У нас такой летел дождик. Ой, дождик, снег. И сейчас идет дождик. Ледяной, по-моему. На улице 0 градусов. А мело так, как в феврале метет. Снегопадище новогоднее было. Так, сейчас будем дорогу переходить в неположенном месте. Вот такая красота. Как-то красиво, конечно, но погода. Погода жуткая. Дорогу перехожу в неположенном месте, потому что мне здесь безопаснее перейти, чем на пешеходнике. Я сейчас подождусь, когда все проедут, и пойду спокойно, когда никого не будет. А на пешеходном там не всегда видят машины. И одни останавливаются, а другие... Ну, в общем, мне некомфортно. Я лучше вот так вот. С этой стороны пошли. Сейчас проедут две машинки. И мы почешем эту сторону. А теперь с той стороны. Ну, ничего, подождем. В общем, дождик идет. Вообще, все это... Хорошо, если будет плюс. А если будет... минус, то все это превратится в поток. Но по прогнозу у нас на среду, по-моему, плюс сколько там? 11 точно градусов, а то, по-моему, 14 даже. Вот будет этот, как его, каток, не каток, а этот бассейн есть. О, уток кормят. Уточек. Сколько? Сейчас моська расшибает всех. Не надо. Слушай.